Ну что ж, наконец-то пришло то самое время. Мои дорогие телезрители. Мои любимые телезрители, о которых я за все время ни одного плохого слова не сказал. Так, ну, спасибо, ладно, нас отвлекли. Наконец-то я дождался сундучок за компедиум. Друг, давай без этой фигни. Поэтому мы сейчас сделаем вот так и вот так. Ты меня отвлекаешь немножечко. Наконец-то дождался я сундук. Наконец-то. Напомню, когда покупали компедиум, там выпадала, короче, куропатка, вот эта вот кура. Потом выпадал набор курсоров. А давайте мы сделаем вот так. Все предметы, сортировка по дате получения. Набор курсоров. Также сундук, помните, где мне выпал скади на Соларка? Обычный скади. Но я был рад, в принципе. Потом, вот, не хотел открывать сундук, думал оставить, да, чтобы вы посмотрели, но я его открыл. Выпал сундук. Нет, это он мне выпал. Подождите, стоп. Опять начался... Игры начались? Да ладно. Игры сейчас начинаются. Все, короче, быстрее записываем, мы смотрим компедиум. Игры будем смотреть. Короче, потом, за то, что я здесь повышал уровень, мне дали за это набор курсоров. Набор загрузочных экранов. Смотрите, вот он. Вот. Сокровищница с загрузочными экранами. Я хотел ее оставить и показать вам, но был соблазн, понимаете? Что вы думаете? В одном сундучке было сразу 3 загрузочных экрана. Вот они, 1, 2, 3. Но видео не об этом, нет. Видео вот об этом. Я вообще уже про него, кстати говоря, забыл. Вот он, наш сундучок. Вот он, наш красавчик. Шепхире Каск. Сокровищница DAC 2015. Как раз вот только сейчас. Но вот сегодня вот это вот обновление было, да, люди обновились. И вот как раз только сейчас выпал сундук. И сразу же начались трансляции игры на турнире. Я очень рад, сейчас буду смотреть с удовольствием. И вам того же я желаю. Но давайте ближе к делу заглянем внутрь. Очень я рад. Так, вот мы видим Immortal. Довольно хорошие вещи, очень красивые. Все вещи. А это что такое набор? Ember Spirit. Чуть... Ну-ка, подождите. Так, очень странно. Ну, короче говоря, все вещи здесь просто идеальные. Любая вещь очень красивая, я буду рад любой вещи. Мы вот видим, да, Immortal меч на Кинга. Потом у нас на Джастин Бибера. Тоже необычно. Здесь же предосмотр, я забыл. Офигенные просто клинки. Посмотрите на это. Типа прям срослись с его сракотаном просто. О, да. Красивый меч, похож на Warcraft The Frozen Throne, помните? Кто играл, тот поймет, красиво. Потом, ездовое животное, красиво. Как называется, подождите? Грифон, вот Грифон, я вспомнил, да, Грифон. По-моему, у Альянсов, да, в Варкрафте там были Грифоны, юниты такие. Вот, эта птичка Грифон, тоже очень красивая. Реально постарались модельеры, которые модели делали, очень постарались. Клинок на Джиггернаут. Смотрите, необычный клинок. Вот, знаете, что к этому клинку охрененно подходит? Ну, угадайте, давайте, с 3 раз. Не угадали. Погодный эффект под названием лунные лучи. По-моему, так называется, да? У меня стоял такой. То есть, с этим погодным эффектом у вас будут лепестки роз падать. Прикиньте, вы играете, у вас падают лепестки роз там, и еще Джиггернаут бегает с таким мечом. Это вообще шедевр. Необычный меч. Не знаю, почему так сделали с лепестками роз. Но все равно очень красивый. Но самое главное, это эффект. Смотрите, красивый эффект. То есть, его будет видно всегда, сверху, снизу. Далее. Это не пойму, что такое. Это набор Почему можно использовать ограниченное количество раз? Что за бред? Почему у других не написано, а у него написано? Очень странно. Набор. Использовать ограниченное количество раз. И вот у нас оружие на Тайдхунтера. Ну, неплохое. Ну, конечно, вот это вот все гораздо лучше, чем это вот оружие. Почему это очень редкое? Почему это очень редкое оружие, не понимаю. Что в нем такого, да? Тоже нормально. Короче говоря, еще раз говорю. Нам могут... Может выпасть нам итем, да, любой из этих шести. Я буду рад любому, потому что вот мы видим, что они все просто идеальны. Идеальны! Ну давайте, ладно, все. Проверяем, записывать, не записывать, все записывает. А то я же не смогу еще раз потом записать, если я ошибусь и так далее. Ну, открыть сейчас. Я даже не буду говорить, что бы я хотел, да любую давайте. Что по-любому на Эмбер вы это выпадет, да? Ну. О, ездовое животное, братюня. Ну, отлично, ездовое животное, тем более, я уже говорю, что я за Мирану обожаю играть. Все, вот мы видим предосмотр. О, какая красота, Грифон. Грифон. Видите, у него светится хвост, потом глазище светится. Молодцы. Вот недавно, да, добавили сундуки. Мы даже можем... А, вот магазин, сундуки. Вот они. Я не стал делать на них видос по одной причине. Потому что итемы говно. О, посмотрите. Или сейчас мы посмотрели шикарнейшие итемы, да? Вы видели, прям любой получай и радуйся. Или посмотрите это. Ну, это более-менее хороший сет. Полная параша. Полная параша. Ну, более-менее полная параша. Ну, все. Отлично. Так, я получил то, что хотел. Я говорил, да, что покупайте Компедиум. И сейчас будут игры. Опять же, при просмотре игр есть шанс, что вам тоже выпадет какой-нибудь сундучок. Этот шанс нереально редкий, но он есть. Вот так вот. Поставь лайк, напиши комментарий, подпишись на канал.